Сотрудники департамента охраны Ленинского района города над Бугом сегодня приехали в детский сад номер 65 с приятной и почетной миссией – поздравить с наступившими новогодними и рождественскими праздниками детей и воспитателей дошкольного учреждения. Подобные акции подразделения проводят традиционно и каждый год дарит хорошие и ценные подарки всему саду, а также красочные и интересные сувениры каждому ребенку. У нас сложилась добрая традиция, налажено очень хорошее взаимодействие с руководством 65-го детского сада, уже неоднократно и который год подряд мы привозим подарки, участвуем в различных мероприятиях. Наверное, самая главная наша цель для того, чтобы дети, которые присутствуют в этом зале, выросли настоящими людьми. В лице милиции они видели своих помощников и защитников. Ребята тоже не остались в долгу и подготовили свои подарки и сувениры стражам порядка. На протяжении всех праздников в детском саду проходил конкурс на самую красивую елку, сделанную своими руками из подручных материалов. Более 100 зеленых и не только новогодних красавиц сегодня являются настоящим украшением праздничного зала. Одну из них, а также открытки и творческие музыкальные номера дети совместно с воспитателями и подарили гостям. Наверное, больше нету ничего в жизни, чем... Ты видишь, как ребенок улыбается, работник милиции – это в первую очередь защитник. И встречая на улице нас, если дети улыбаются и здороваются с нами, значит, мы сделали правильно, мы идем по правильному пути. Получать подарки и их дарить – самое приятное занятие, которое значится в списке новогодних дел практически каждого человека. Ребята, которые принимали участие в празднике, признаются, что им понравилось и выступать, и вручать сувениры, и, конечно, общаться со стражами порядка, и особенно водить хоровод вокруг своей главной елки. Некоторые из воспитанников после такого утренника не по-детски серьезно задумались о том, какую профессию будут осваивать, когда станут взрослыми, и выбор свой остановили именно на стражах порядка. Да, понравился, и что нам подарили подарки, и как дети выступали, и еще самим понравилось выступать. Мне понравилось, как мы танцевали парный танец. Я когда вырасту, стану милиционером. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.